Отделение психиатрической больницы номер 22 в Химках построили в 1971 году. С тех пор его не ремонтировали. По мере необходимости производили только косметическую отделку. Чуть меньше месяца назад сюда, наконец, прибыла бригада строителей. За 3 недели рабочие полностью отремонтировали цоколь здания. Цоколь, который был без утепления, без ничего, здесь проложен слой утеплителя, оштукатурено, дважды проложена сетка для усиления прочности. Отшпаклеван и положена плитка. Сейчас строители занимаются установкой лесов для дальнейшей работы. Следующий этап – ремонт вентилируемых фасадов. Здание, обещают рабочие, преобразится не только внутри, но и станет гораздо более приглядным снаружи. Это будет фиброцементная плита, которая будет установлена поверх существующей поверхности в 2 цветах. Она не представляет угроз для жизни и здоровья, огнеупорная, соответствует всем параметрам. По плану завершить ремонт здания психиатрической больницы должны в октябре этого года. Однако, по словам представителей компании-подрядчика, рабочие управятся за 60 дней, если не помешает погода.